Вместо кровли — лишний этаж, мансарда. Жители поселка Центральный согласились на такое строительство в своем доме. Однако, когда сверху зажурчали ручьи, горько пожалели о своем скоропалительном решении. Телевизор был весь в воде, вот весь он плавал в воде. Здесь все было в воде. С ведрами и тазами Наталья Яковлевна не расставалась несколько дней. Лила с потолка, не переставая. Клеенка не спасала, электропроводка намокла, обои отслоились. Повсюду запах сырости и плесени, дышать трудно. В таких условиях оказались жильцы дома номер 22 по улице Мира. Говорят, потоп начался из-за того, что строители, которые делали мансардный этаж, якобы неправильно смонтировали трубы. Произошел порыв, из потолка потекло. Общение с директором подрядной организации ни к чему не привело. Пришел он к нам. Я говорю, а как дальше жить? Подошел в коридор, там два плафона, и со второго отверстия, где плафон висел, на него попала тоже вода на плечо. Он так отряхнулся с психом, сказал, что вы мне так грубите, когда успокоитесь, будем разговаривать. Строителям сказал, пойдемте, и развернулись, ушли, и хлопнули дверью. На такие действия директор управляющей компании ДЭС-1 Анатолий Суворов советует отвечать судебным иском. Однако прежде нужно составить документ, где будет зафиксирован ущерб. Составить акт, на основании чего, что произошло и какой ущерб. Вот это нужно в первую очередь сделать. Ну а потом уже договариваться с тем виновником, кто это сделал, нанес вам материальный ущерб. Если уж там не договоритесь, ну, тут уже надо будет обращаться в судебные органы. Это их стена плача. Без слез на двухэтажку по улице Карагандинской, 15, и не взглянешь. Здание разваливается на части. Осколки из вот этой стены однажды упали на голову ребенку, к счастью, без серьезных травм. Жильцы отказались от услуг управляющей компании и теперь лично следят за состоянием здания. Вот эту часть фасада делали сами. Говорят, еще немного, и фундамент окончательно бы развалился. В программу переселения из аварийного жилья дом не вошел, однако два года назад межведомственная комиссия признала дом аварийным. И сейчас жильцы обратились в суд на администрацию города. По закону власти имущие должны взамен земельного участка и квартир дать денежные средства горожанам. Очевидно, что процесс сильно затянулся. Мы уже обратились в комитет, подали, это было в июле, подали экспертизу и заявление о заключении соглашения на выкупную цену. Однако до сегодняшнего момента ни ответов, ничего нет. То есть какова дальше судьба будет, нам неизвестно. Фактически мы находимся в подвешенном состоянии, так как у нас изъяли и земельный участок, и жилые помещения. То есть собственностью мы своей ничего сделать не можем. И когда разрешится наш вопрос, это уже никому неизвестно. В результате жильцы аварийного дома вместе с юристом Артемом Чаузовым подали в суд на бездействие чиновников. По данному дому есть распоряжение от администрации города Барнаула, где указан срок, что до 23 января 2015 года данный дом должен быть расселен. Соответственно, если этого не произошло, то уже нарушаются у нас сроки. В течение двух лет, которые указаны вот в распоряжении, должно произойти изъятие земельного участка и каждого жилого помещения путем выкупа. Вот. Но у нас есть постановление, опять-таки, от администрации города Барнаула, только от 5 июня 2015 года. И вот что произойдет быстрее, обрушение здания или переезд жильцов в современные апартаменты, пока большой вопрос. Сейчас барнаульцы всерьез опасаются повторить судьбу горожан 33-го дома по улице Эмилии Алексеевой. О фактах недобросовестной работы коммунальных служб вы можете рассказать нам по телефону в Барнауле 659-129. Звоните, коммунальный патруль приедет и разберется. Кирилл Политов, Алексей Фризин, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Информационный канал «Город».